Ох, как играет Хисай. Перехон, Гамшик. Неудачный мяч отскакивает от ноги словацкого полузащитника. Ну вот и атака Бешикташа. Наконец, разумеется, есть замены. Ну и вот здесь, смотрите, 11-метровый удар назначает Марк Клаттенбург. Абубакар попал в руку соперника. Не уверен я, что прямо вот непременно это пенальти Никола Максимович. Похожий эпизод тот же, что и с Камбаровым, согласитесь, в московском дерби. Только там пенальти не был назначен. А здесь на точку указывает арбитр Марк Клаттенбург. К мячу подходит Рикардо Куарежма. И пенальти забивает. Хотя Пепе Рейна, в общем, наверное, был близок к тому, чтобы его отразить. Радуются футболисты Бешикташа. Не так уж много моментов у них было в этом матче. В итоге Бешикташ дает всего 4 удара. У Наполи их оказалось 10. 3 угловых у Бешикташа, 8 у Наполи. Процент владения мячом 51 на 49. Здесь примерная разница. 82-я минута. Наполи тут же берется за дело. Гамшек отскакивает к нему мяч. И вот такой удар наносит лидер Наполи и капитан команды. Потрясающий, конечно, удар у Гамшика. Что с левой, что с правой. Нельзя ему давать спокойно расстреливать свои ворота. Попадет. Вот примерно так. У Наполи появился на поле Дрис Мертенс. Появился Амаду Диавара. Появился Петр Зелинский. Но не они, наверное, внесли решающий вклад в игру своей команды, а вот именно Гамшик. Вот его пас. И есть шанс у Наполи. Мертенс. Удар. Мяч летит в руки вратарю. Расстроен Дрис Мертенс. Теперь передача в штрафную и вновь Мертенс. Последняя атака Наполи. Бешикташ собственный штрафной. Мяч вылетает и удар Лоренцо Инсинье, который мог оказаться голевым, но не оказался. Красивый удар, но не попал. В итоге 1-1. И посмотрите, как реагирует Сарри. Очень расстроен главный тренер Наполи. Действительно, его команда была ближе к победе в этом матче, но в итоге ей даже пришлось отыгрываться. Ничья 1-1.